Well, we could have. Where's the jittery? Анаболики или стимуляторы для вестибулярного аппарата. Это вообще дичь какая-то. Кстати, Рашид победил позапрошлый М-баттл, а Лил Кэс победил прошлый Лил Баттл. Нет, он не победил. Чё? Чё? А, братан, ладно. Я тебя попробую. Их было 4, я уже забыл, значит, всё. Ну, камон, решаем все равно, кто будет. Давайте все встанем. Все, все. Изабелла точно есть решение. Кому не видно, можете подпрыгнуть, подстать. От десяточки до однерочки. Все вместе дружненько. 10.